Главное газу. Всем привет! Очередной наш выезд. Большие выходные. Мы поедем, покатаемся. Снега намело, правда, очень много. Будем пробовать по ходам. А? Стас мчит. Мчит. Он сначала ныл там что-то. Ну, вот это вот. Я не знаю, ехать, не ехать. Но второй диск царап. Да. Бать! Что там творится? Нормально, пройдем, наверное. Ходом. Больше газу, ёпт. Главное газу. Везде, не останавливай. А мы помчали. Я застрял на ровном месте. Дал, ушел. Очки запотели. Еще и испачкались. Короче, зрение где-то минус 5, минус 7, наверное. Так, кручу-ка я понижачу.
Ягг слетел с коробки. Тяга слетел, коробка, которая включает. О, да легко, ё-мо. Слышь, да нормально пройдешь, ходом надо просто. Я не смогу, если загнаться. Сможешь. Так, ты ушечка, да? Сука, я там стопор же поставил, блин. Ну да, блин, пизда. А вон и стопор валяется. Я. Сейчас 3 минуты. Масло поменяем. Колодки. Как по Формуле 1. Сейчас 30-ю резину накинем. И все. Давай! Нам-то надо куда подальше. Нет,
Да. Ага, куда тащил? Раньше вперед и назад, только закопайтесь. Вот назад, закопайтесь. Я за... Куда, блин, по такой дырке проехал? Все, все. Ничего не делай, просто, сука, стой. Да, это просто, смотри, что нагребать. Смотри! Ты как бульдозер, Жень! Ты как бульдозер! Нагреб, тут там вообще просто! Нам рыжи все дойти, блин! А? Это рот наоборот, трамбование, бля. Пойдем гулять за ручку. О, блин! Так. Ну, он, считай, уже на дороге. А? Да, да. Ага, я... Да. Ой, вообще нас, а вот как, блядь, как вот, от чего это все, сука, зависит, действительно? Да свет, он нужен всех, он уходит. Он вообще не цепляет трюха. Давай, Женек, ты самый должен быть у нас, наверное. Давай, желание бешеное имеешь. Короче, у меня если вот сразу он прыжок делает, вот рывок, все, он попер. Если нет, и все, блядь. И вот хоть ты, блядь, умри там. Мы его вытолкали, он должен был нормально, я привел, что ли. И все, вот, блядь, просто пиздец. Свобода рядом, блядь. Давай, нам еще 16 километров сейчас. Мои пути с вами расходятся. Время отправлено, блядь. Поехали, там уже не будет. Я больше с вами не поеду.
Я больше с вами не поеду. Сейчас спросим. Стаса первым. Так, мы продолжаем нашу поездку. А там твой полигон. Чё, нахуй я там брал? Блять, я думал, всё, ёпты. Что мы там застряли? Нам перестали зачем? Я не знаю, нахуй, я все выехали. Это, говорит, все сматываем, ну сматываем. Я тоже не понял, ему нормально все. Подумаешь, чуть-чуть здесь не туда.
это та самая просека, если вы смотрели предыдущее видео, осенняя, где мы прям тонули. Здесь обычно сильная грязь, машины все разместили. Сейчас получается просто кочки, а обычно здесь все в воде, грязи, болото. Женек здесь, можно сказать, купался. Первых нет, и отстающих здесь на месте общий. Итак, очередное включение. Гонки Лямс на танковый полигон. Я иду третий. На втором месте Макс, Депарди. На первом месте Динли. Идет ожесточенная борьба. Вот я и попор. Ну ладно, зато весело. Так, все дружно, мирно. Какой бы ни был квадроцикл, не важно. Главное, тут дружеская, теплая атмосфера. Хороший коллектив. Так что присоединяйтесь, катаем вместе. Выезд, у нас такой выезд, пробег, посвященный Дню защитника Отечества. Так тоже классно, скоростной такой. Хотя и набуксоваться не должен. Поле жуткое, каша, снег забивается. Едешь как на бульдозе, впереди все собирает. Честно говоря, даже мне надоело. Буксуешь на ровном месте. Ехали, наконец, доехали. Видел? Чуваки такие умные. Прям такие стачки съехали, могли с игрушками. Добрались, слава богу, нахуй. Мы ехали, ехали, наконец-то доехали. А ехать не хотел, блин. Ну такой вот маленький, да, шоссе, да? Ну вот здесь вот воду набивает. Там ванна. Вот там, видел последний видос, как-то был? Чувак там на этом застрелся, гепард утопил. Да? Ну там вот болото, он, видишь? Это не похоже на танковый, это какой-то просто для машин. Что-то как-то узко. Вот там вот, видишь, через окно прыгает, вон там через блоки ездит, блин. И в ванну нырять. В ванну нырять, а дальше он пруд. А что там, кстати, лёд? Нырять в ванну, попробуй. Давай, тебе можно. Там лед сейчас. Да тебе можно, я тебе говорю. Так, кто ж пойдет? Слышу. Пнуть его? Кружочек проедем. Здесь воду наливает. Да, слушай, прикольно, это родник. И это, с той стороны там водоем. Ага. В гору поедем. Да это не горка, это хуйня.
нет. А когда? А когда? Ну почти всегда, ну где вот поля, все фигни, я всегда на Эрича езжу. А у меня ремень, я тот спалил из-за этой фигни. Все. Только вперед. Мальчишки, девчонки, маршрут наш подходит к концу, но путь-то не завершается. Что, забыли? Квадро, самурай, ё-моё. Путь, путь, только путь. Никаких целей. В общем, да, будем продолжать, будем кататься. А вам спасибо огромное за внимание. За то, что поддерживаете своими лайками, подписываетесь. Вам не сложно, а нам приятно. Поэтому ой, спасибо, друзья. И до скорой встреч. А теперь просто сладить под какую-нибудь замечательную музыку. Маршрут, лес, не знаю, чем угодно. Погнали. Second wind thin is the air I breathe. Teary-eyed nose running, wiping snot on my sleeve. I'm calling on the Savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed.